Привет! Здорово! Девушка, здравствуйте! Здравствуйте! Нихуя ты на Горина похожа. Здравствуйте, съем! Много курю! Понятно. Как дела у вас? Лучше, чем у вас. А у вас? А у нас лучше, чем у вас, блядь. Почему? Потому что у нас. Пойте песенку. Какую? Любую. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда, откуда? Задвигали шторы, кофеек, плюшки к чаю. Заебись, четко. Умеете, могете просто. Ну скажите нам, вахтерам. Тебя на видео снимаю. Да и похуй, блядь, что звезда. Нормально все, ребят! Игнат, ты че? Да, ребят, все нормально. А я пью. Натва, ну что вы? Блядь, да ну нахуй. Суровно, пацаны. Ебать ты, блядь, гомункул, блядь, страшно тормозить. Ребят, привет, передайте Ютубу. Салам алейкум. Что на канал у тебя? Сначала, так, вас не видно, чё ты вдруг спрятался? Особенно, когда ты языком трёшь, то вообще была фишка. Не, ну ты меня, Игнат, вообще удивил, блядь, ты меня вообще нахуй в осадок вогнал. Ладно, давай, Алёша. Давай. Привет, девчонки. Привет. Как дела? Пока не родила. А как тебя зовут, мальчик? Андрей. Подожди, Андрей, подожди. Подожди, не кричайся. Зачем вот это вот все? Не понял. Давай, не поняла, там я не могу так. Маскарад вот этот вот. Так, зачем вот это вот все? Не поняла. Зачем вот этот макияж, вот этот дрочь, вот это? Вас плохо видно, у вас камера плохая. О, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие дела? Пока не родила. Ты что, обкуренная, что ли? Вернула чуть-чуть. Заметно. А у вас как дела? Как легла, так и дала. Хорошая шутка. Сразу прям так и дала? Да. Ай-яй-яй, бесстыжие. Да? А как же романтика? Кто романтика? А как же романтика? Цветы я потом дала. Да какая баба пьяная, пизда чужая. А-а-а, вон чё. Подых и защику, да? Нихуя ты знаешь. Подых и защику. Я ты то ли курнула, то ли бухая. Вообще молодец. Может. Не, ну, мне подых и защику не надо. Да нет, ты чё, откуда? Я с Ростова.
Ни хера себе, как далековато. Чё там, снег идёт? А, нет, ещё. Ты сделай голос нормальный, как будто, блядь, дрочишь там кому-то сидишь. Да, и хуй его знает. Короче, давай, пока. Ой, жесть. Здорово, брат. Ебать. Брат. Пиздец. Чё за звон такой? Брат. Жизнь помучила. Соболезную, блядь. Чё, как сделал, блядь? Как дела у тебя, брат? Нормально. Ты откуда, брат? С Киева, блядь. Сука. Брат, помоги. Не, я не могу. Брат. Брат, помоги, не могу уже, брат. Блядь, пиздец, нахуй. Как-то эту хуйню наложила себе, блядь, ёбаный. Брат, не могу, помоги. Че, денег кинуть? Брат. На операцию, блядь. Как я тебе, кстати, красивый? Ты пиздец красивая, да? Брат, спасибо, поднял настроение, брат. Все лежачие, блядь, сейчас твои будут, блядь. Брат, а ты с какого города? Ты гонишь, я сказал, с Киева, блядь. А, вообще, респект, брат, красавчик. Не, ну, сколько дашь мне лет? Да не знаю, лет 18, наверное, 20. Рядом. А как звать, как думаешь? Алена. Ой, брат. Брат, звать. Анжелика. Брат, а чё, не подходит имя, да, моё? Пусть не пойдёт, пойдёт. Брат, ну... Фу. Ебать, я сейчас представляю рукоблудов, блядь. Ты сначала нихуя не говори, потом азар твой дуд, блядь. Потом подъебать, блядь! О, кстати, я только же тебя видел. Еще раз туда подъебать. О, точно видел. Брат, спасибо, респект, вообще поднял настроение. Давай, удачи. Давай, дружище, пока. Давай. Слушай, ну тебе понравился? Да, вообще бомба, блядь. А ты видишь? Сидел грустно, теперь хоть и настроение поднял. Нищак, блядь. Давай, братуха, удачи. Удачи. Да. Здорово, брат. Нихуя, Маринка меня подъебнула, блядь. Меня Настя зовут вообще-то. Вспотел, блядь, Настя же, ты чё, блядь? Брат, как дела? Слышь, подожди, вот, да, вот так вот, смотри на меня, вот так лучше. Ты тут в сторону отводишь глаза. Не облизывайся так только. Блядь. Мне кажется, брат, как дела? Помоги, брат. Ну, приставай, пригибайся, сейчас помогу, блядь. Так сразу, брат. Ну ты же брат. Брат брата будет, что ли, брат? Фу, блядь. Надо, ребят, давай, пока, удачи. Ну давай. О! Ой, какая красивая девочка, сознание потерял, блядь. Брат, не теряй сознание. О, ебать, да ну нахуй.
Слышь, ты чё, блядь? Братан. Ты мужик, что ли? Братан, помоги. Все поменялось, осталось только голос поменять. А, да. Ты чё, блядь, в натуре мужик, блядь? Братан, ну бишь по голосу, голос осталось поменять. Не, нихуя, мне такое, почему, что сзади кто-то говорит, блядь? Как? Братан, я тебе понравился? Ебануться, ты на тёлку похож, Вась. Сильно? Да и пиздец. Нет, ну, это все стоит деньги, брат. Да ну нахуй, я ебал, блядь. Привет, девочка. Привет, мальчик. Как ты, красавица? Нормально. Не хочешь там на пляже, там гусь пили-вили? Хочу. Во, я тоже хочу, может, подходит, вместе поедем туда, да? Лучше и не скажешь. Поедем, шпиленки, да, брат? Шпиленки будет, шпиленки. Куда поедем? Сочи, ебаться. Понял. Говори адрес, куда ехать. Милый мой. А? Давай, короче, Москва, метро Люблино, это торговый центр Москва, СТ-6, линия 126 контейнер. Приходи, скажи, хозяин, где? Меня позовут, пойдем вместе, короче, будем, короче, хоп-поп до утра, короче, да? А если... А подарки? Подарки? Без подарка каждый... За цветок один раз, за кольцо два раза. За мишку там подарю, если там под 5, под 10 раз будем, короче. Не будешь отказываться, да, короче? Сколько я хочу, столько будешь давать. Кого давать? Ну, себя давать мне. Брат, ты с ума сошел? Вот это контент, ребят! Вот это... Контент. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Если вы бы знали, как это сложно. Насколько сложно это все сдерживать и не засмеяться. Ребят, просто без комментариев поставьте лайк, подпишитесь на канал. И я люблю тебя, мамочка. А я люблю тебя. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, а у тебя? У меня тоже все хорошо. А ты что, в тренажерке, да? Да. Ну-ка, покажи, как ты все делаешь. Покажи, пожалуйста. Сначала пообщаемся, потом покажу. А что, есть, да, такие вот женщины, вот, знаешь, что, вот ВКонтакте, знаешь, да, ВКонтакте, вот, да? Вот в поиск заходишь, да, вот в поиск. И, короче, картинки, знаешь, какие бабы получаются? Как картинка, а такой живой нету девушки. Вообще нету девушки такой. Просто картинка, да, и, короче, то ли фотошоп, то ли что. Короче, грудь вот такие, да, грудь вот такие. И жопа вот такая силиконовая вся. А тебе что и надо? Это... И это все в поиске, понимаешь, это в поиске. И так листаешь, да, вот листаешь. Вроде нравится, не нравится. Это понимаешь, что таких нету настоящих. А тебе что надо? Тебе что надо? Это все фотошоп. Фотошоп. А зачем людей обманывать тогда? Зачем? Я этого не понимаю. Зачем обманывать? А тебе как я? Ты симпатичная. У тебя макияж у тебя. Ты мне нравишься очень сильно. Прям сильно? Да. А что ты готов ради меня сделать? А ты где живешь? В Сибири. В Сибири? Ну что, готов вообще? Есть какие-то поступки у тебя? Это сейчас что за фигня была такая вот? Да ладно, братан, все нормально! Успокойся, дружище! Сука! Сука, блядь! Сука! Ай, братан, ну как ты так мог? Дружище! Блядь, пиздец, да как так-то нахуй, блядь? Как нахуй? Братан,
Ну как ты так? Ну, дружок. Сука, блядь. Блядь, пиздец, нахуй. Чего упало в интернете сейчас, блядь? Ведутся, нахуй. Сука, нет, блядь. Дружок. Ну, ладно, попался. Ну, ничего. Бывает. Ну, ты в следующий раз знаешь, что даже... Сука, даже и тут внешность бывает обманчива. Так я сразу же понял то, что, блядь... Да, это... конечно. О. Ты такая красивая, макияж, вся фигня. Вот мой макияж, братан. Так я просто потом полосы так ты сделал, так, да? Ну, сделала. Да, все, все. Сделал, я уже сам догадался. Понял, красавчик, братан. Я живу. Ты точно ко мне хочешь приехать? Ой, братан. Красавчик. Привет. Привет. Ты такой красавчик. Ты, блин. Слушай, зачем? Что зачем? Зачем ты сейчас со мной общаешься? Тебя плохо слышно. О, а сейчас хорошо? Вот сейчас получше. Ну ты же не думаешь, что я красавчик-то, а? Нет, ты красавчик. Оу май. Ты тоже. А я? А ты просто прелесть. Не, ну честно. Да ты серьезно спрашиваешь или что? Не, серьезно спрашиваю, что тебе понравилось в моей внешности? А. Да не знаю. Ну, это... губы. Волосы, глаза. Слушай, я не этот самый, кто отвечает за это. Вот. Нет, ну, твой взгляд. Да ты во всем прекрасна. Спасибо. Ты тоже, если честно, очень красивый. А ты после душа? Это я еще стараюсь до душа только дойти. Понятно. А ты когда-нибудь делал для девушки нереальные поступки? Угу. А что я... делал? Ну... Погромче говори, пожалуйста. Вот знаешь, самый мой нереальный поступок был лишь в том, что я ее нашел. А дальше там уже были, я ее нашел, из тысячи я их нашел, вот. Я не, вот ну, а как же вот... определил. А вот для меня ты мог бы что-нибудь сделать? Да ничего бы я для тебя бы не сделал. Как так? Не понравилось? Да дело-то не понравилось. А в чем? Это же жить было. Ну блин, ты что-то хочешь от меня. Нахрена тебе вообще клюет? Да. Ну понравился ты мне. Что мне сделать? Вот я искала и нашла тебя. Приезжай. К нам на сеновал. Так, а вы с какого города? Город-герой Москва. Москва? Да. Понятно. Ну ладно, братан, приеду к тебе. Братишка, приеду. Братан. Наркотики, блядь, хорошо забирает, слушай. Братан, приеду. Ты меня ждешь? Нет, тебя нет. Верни эту, назад. Привет. Ой, пусть ты наша. Вот это ты, да. А что куришь? Из наркотиков. Братан, да все нормально. Можешь мне приехать? Я с крека слез. Можешь мне приехать? Ебать. Тебя плющит. Охренеть. Слушай, что это за прикол? Это называется не приколы. Это все в твоей голове. Угу.
Мне ты не рассказывай. Ты сходишь с ума, мальчик. Да я, блядь, с ума схожу с дня моего рождения. Но я точно знаю, когда вот этот вот... Братан! Не, братан, ну а что? Вот оно, ну урод, урод просто, блядь, вышел. Какого хрена, а? А ну верните мне ее. Молодец. Слушай, я так подозреваю, это как-то связано. Два, которая... Чё, блядь, в очередной раз научилась дорисовывать лица. А ты трезвый? Нет. Братан, ну что, мне к тебе ехать? Так, ты вообще скройся. Лучше тебя не слышать. Хорошо. Вот она. Слушай, ну это явно видел какой-то этот, как это назвать-то, ну блин, ну какой-то, Adobe Photoshop? Нет. А что это? Давай. Ну, это из семейства Adobe, это все понятно, им и вы пользуетесь. Я просто пытаюсь понять, какого хрена, блядь. Братан, ну что, не ехать тебе? Охренеть. Честно скажу, технология просто поразит. Ладно, дружище, давай. Всего доброго, тебе не болей. Красотулька какая, блин. Что ты здесь забыла, солнышко? Блин, это... Что ты здесь забыл, я не понимаю. Ты меня просто убиваешь со своей красотой. Ты точно не заблудилась? Это не тот чат. Ты что, зая, ты не заблудилась? А? Ты не заблудилась? Нет? Тебе мало внимания в жизни? Мне кажется, тебе в жизни должно быть внимание, у тебя должно быть там столько женихов, начиная отсюда и заканчивая до Кремля, блин. Здесь тебе не будет оказано такие внимания, как по жизни, понимаешь, да, в жизни. Здесь только этих, сама понимаешь, это озабоченных. Ну их нафиг, ты что, они тебе все опошлят. Тебе это надо? В предвкушении, что же будет дальше? Нет. Тогда может пойдешь на улицу, прогуляешься, и там тебе столько будет женихов, вот так вот, будет стоять вот так вот, вот в очереди, вот так вот, видишь, вот так, даже вот так, вот так вот, вот так вот будет стоять. Блин, красотулич, что ты здесь забыла? Как мне тебе жалко? Ёб твою мать. 5 баллов! Молодец, красава. Так это что это? Все нормально. Да нормально все, здесь все нормально. Красава, блин. Молодец. А это как этот? Это эффект такой или что? Да, эффект такой. Не, без проблем. С головой все в порядке. Ну, я честно удивился, как бы. Здесь вообще-то мало девочек, да? А тут раз. 5 баллов. 5 баллов. Красавчик. Что ты делаешь? Сижу, а ты. Девушку сечу. Как я тебе? Симпатичная. А ты откуда? Шварада, да. Я с Украины. Ты где? Ты пошла, не? Нет, а ты? Нет. Не, ну я чуть-чуть пошлячка. А, ты пошлячка. Пожить получишь. Ой-ой-ой-ой-ой. Сильно? Да. Ты тоже пошляк? Конечно. Ты сказал же нет. Да я пошутил. На, шутник. Ну правда, тебе парня нету? Нету парня. Ты ясница, не? Нет. Скольки лишилась? 15. На туре? Да. Тебе не стыдно? А ты? 19. Врёшь? Нет. Врёшь. Сиськи большие? Сиськи? Да, сиськи люблю.
Какой дебил. Так, ну где-то 2.5. Покажи. А ты мне что покажешь? Ну а что показать? Ну а что хочешь? Язык. О, покажи язык. Покажи сиськи. Ну если покажи. Ну девушкам нужно уступать. Фу, какой язык большой. Да. Ой-ой-ой. А ты что-нибудь делал сногсшибательное для девушки? Пока нет. Поступки никакие не делал? Mm-mm. Ай-яй-яй-яй-яй. А можем тебя попросить об одной просьбе? Ну. А потом я тебе покажу все, что хочешь. Ну давай. Спой какую-нибудь песню. Приколол, что ли? Ну какую-нибудь. Да не мне петь. Ну, какую-нибудь песенку. Ну, какую знаешь. Да не мне петь. Видно, ты со мной познакомиться не хочешь. Мне сиськи покажи. Я тебе сиськи покажу. Ты спой песню, покажу сиську сразу. Я не умею петь. Ну, в лесу родилась елочка, спой хотя бы. Ты приколол, что ли? Ну, я люблю, когда мне песни поют. Ну, что тут? Я ж тебя не прошу что-то сверхъестественного. Просто песенку спой. В лесу родилась елочка. Ну, а дальше? Ну, я даже не помню. Ну, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Давай. Да я хочу рифки. Ну, спой песенку и все, я тебе сиськи покажу. Обещаю. Да не умею петь, она ерундовая песня. Ну вот ты уже начал петь, да? Ну, продолжи и все. Ну? А тут что делаешь? Я могу тоже тебе песенку спеть. У тебя лучше получается, а у меня не получается. У тебя красивый, у тебя голос красивый. Почему ты без парня? Потому что я и есть парень. В смысле? Без смысла, брат. Ты как это сделал? Фу! Ты как это сделал? Привет. Тебе просто глючит. Тебя глючит просто. Ты как сделал так? И сиськи показать? Ты как так сделал? Это все в твоей голове. Ты как так сделал? И сиськи показать? Показывай. Точно? Бля, как так сделал, долбоёб? Ты сиськи показать? Ты как сделал? Я показал сиськи. Ну как ты сделал, блядь? Так сиськи показать. Ты как так сделал? Мужик. Мужик! Ну посмейся хоть. Пошел нахуй тогда.